В Новосибирске завершился 7-й Транссибирский арт-фестиваль. Закрытие, как и почти все концерты, прошло в пустом зале. На сцену вышел Новосибирский симфонический оркестр, солировал Вадим Репин. В программе, кроме скрипичного концерта Глазунова, 4-я симфония Прокофьева. Организаторам пришлось менять дирижера концерта закрытия из-за того, что худрук оркестра Томас Зандерлинг не смог прилететь в Новосибирск. Он находится за границей и не успел пройти карантин. На выручку пришел Валентин Урюпин. Концерт, как и почти весь фестиваль, в прямом эфире транслировал телеканал УТС. Благодаря этому выступления музыкантов смогли посмотреть сотни тысяч жителей нашего региона. Какова дальнейшая судьба фестиваля, пока непонятно. Концерты с зарубежными исполнителями предварительно перенесены на осень. Кто знает, да? Никто из нас никогда в этой ситуации не был. Мы будем строить планы, мы будем стараться, чтобы все состоялось. А как бы ситуация в стране, в мире, на планете, это никто не может ответить. Но я одно могу сказать в завершении, что наша преданность фестиваля, наша преданность нашей публике, она не изменится. И в зависимости от ситуации мы будем искать решение выходить из любой ситуации.